Всем привет, с вами Дис, это уже 37-я серия обзоров модов. Сегодня у нас один интересный, но маленький мод, называемый Throwing Knives. Этот мод добавляет метательные ножи в игру, они крафтятся довольно легко, сейчас вам покажу. Вот так легко, нужно взять всего лишь одну палку и один железный слиток, крафтится железный ножик. Он стакается по 32 штуки. Все уже нам железные слитки не нужны. Отложим их, наносит урон 4 единицы. И дальность очень высокая. Вот, я уже задел корову. 4 единицы ей снес. Всего лишь один удар, и она мертва. Да. Кстати, из него вываливается такая кровь. Точнее, кровинка маленькая. Вот, это видно здесь. Я никаких модов, кроме этого, больше не ставил. Так что кровь только из-за этого мода. Можно прям зажимать клавишу и кидать эти ножички, прям как будто ты кидаешь снежки, например. Что это тут было? Вот так. Очень интересно. И убивать коров очень быстро. Кстати, у Лианы тоже кровь. Все, закончились наши метательные ножички. Теперь делаем алмазные метательные ножи. Таким же образом. Один алмаз. И 4 алмазных меча мы получаем. Стакуется по 16 штук. И наносит урон целых 22 единицы. Представьте себе, 22 единицы. Эндермена с одного удара, смотрите. Спавним, кидаем. Все. Он убит, нет? Он ТП-хнуться успел? Интересно. Мне кажется, да. Да, вот Эндермен. Да, Эндермен не убьем, конечно, но... все равно. Что-то он далеко. Ладно, в общем, знаете. Эндермена... с помощью этого меча можно убить с одного удара. Кто еще у нас имеет 20 хп, интересно? Например, Ифрита убьем с одного удара. Все, попали один раз, и Ифрита нет. Как видите, очень удобная вещь. Можно убивать коров с одного удара и других многих животных и мобов в игре. Ну и последний клинок, названный бесконечным, крафтится вот таким вот образом. Обязательно на верстаке. Запоминайте, он бесконечный, точнее, он будет отлетать от врагов, стакается по 10 штук, и вы сможете его подобрать и снова пустить в бой. Наносит всего 4 единицы урона, но это компенсируется тем, что он бесконечный. Но коров убивает всего с 3 ударов, не как железный меч. Это возможно из-за того, что он все-таки наносит иногда 3 урона. Можем кинуть эту штуку сверху, смотреть, попадет ли она в нас, словить меч на голову. Вот, как видели, этот меч нам снес 2 сердечка, то есть 4 единицы урона. Теперь попробуем кинуть алмазный меч. Посмотрим, нанесет ли он нам урон. Да. Это плохо. Ну вот и все, друзья. Ставьте пальцы вверх, комментируйте видео. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, она в описании. Мод, который я сегодня обозревал, вы сможете скачать по ссылке из описания. Пока!